Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте победителя, который участвовал в конкурсе и выиграл Космо. Надо было угадать количество осколков Космо. Он, кстати, единственный угадал. Там некоторые ребята были очень-очень-очень рядом. Так, у нас сегодня трешечок. У него уже Космо, как видите, есть и прокачанный, и многие задавали вопросы, что же делать, если вот у меня там есть Космо, все герои ССО. Захотел он землеройку, пак землеройка, он сегодня у нас есть, половину попробуем собрать, я ему писал, может попозже, он захотел сегодня, говорю, будет попозже 100%. Ну, посмотрим, какие шансы. Забрали вот такой вот большой пак. Поехали. Такие вот плюшечки. А у него не было еще, кстати, питомца. Сейчас докачаем. Не докачаем, а начнем качать. Так, 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 так. Вот он. Не знаю, насколько у нас там маны хватит. Наверное, скорее всего, может и не хватит, а может и хватит. Так, что там у нас? Должно хватить, по идее. Так, отлично. Половина уже есть. Давайте посмотрим на аккаунт. Мы уже на этом аккаунте когда-то были. Так, чего у него не хватает? Разрухи. Не хватает разрухи у него. Сейчас посмотрим, сколько ему до разрухи. А, или он разруху вообще не открывает. А, нет, вот. 300 кай будет разруха первый. Ну, бессмысленный, как по мне, герой. Видите, так вот живут на английском сервере люди. Так, давайте откроем вот эти паки все. Так, смотрители СО, ну вот это самые тоже чудесные паки. Куча зеленых, вот точнее зеленых, золотых слизней для прокачки героев. Сейчас посмотрим, что у него вообще по героям делается. Камешки для прокачки 12-х скиллов. Ну, рвение это, конечно, ни о чем. Ну, и коробки с талантиками тоже неплохо. 976 уже, вот так вот. Вот так вот ребятушки живут на английском сервере. Ну, тут, я думаю, у него... Так, герои уже нормально прокачаны. Смотрите, 12-е, 10-е. Думаю, что тут все вкачаны. Однозначно. Потому что слизни давали. А нет. Не все. Это у него допа уже. Как этот тритон не вкачанный? Это ужасно просто. Это самое, что не есть имба. Ладно, он потом их сам остальных подокачивает. Такс. Что у нас там еще интересного? Дискаунт, стор. Так, ну давайте попробуем. Сменить. Ну, я думаю, можно забрать 1500. Вот у него тоже камешков хватает. Посмотрим, что тут у нас интересного есть. Ну, видите, все. Все за донат. Все для доната, короче. Так. С этим, в общем, разобрались, добрали. Отлично. Та-та-та-та-та. Поехали дальше открывать плюшки.
Так, ну отсюда мы опять же можем сейчас свободно космос собрать. Вот давайте посмотрим, сколько у нас выпадет в итоге осколков. 15, 20, 25, 30, 45, 55, 85, 100. Половинка. 80 штук и половинка космо. Ну вот тут вот самое основное, он думает, что отсюда можно собрать кучу осколков землеройки. Я уже открывал эти сумки и сразу скажу вам, что ну, это практически нереально собрать хотя бы 100 с 15 сумок, потому что отсюда очень-очень круто падают либо питомцы, либо эмблемки. Вот сейчас вы это тоже увидите. Мы будем открывать по одному. Не буду специально открывать все вместе. Одна эмблема пошла. 5 штук. Талантик. Еще 5 штук. Уже 10. 15. Еще одна эмблема. 20. Ну, то есть... О, ничего себе, 40. 40 штук. Ну, таких сумочек 60. Шанс есть. Но очень-очень маленький. 80. Ребят, 3 штуки. Или он будет мучиться долго и мучительно. Раз. Два. А, 5. Ну, вот то, о чем я говорил. Что можно очень-очень долго мучиться над этим. Ну, в принципе, 15 штук. Так, сколько это у нас? А, кстати, видите, у него... А, у него не было. Ну, поздравляю, теперь уже есть скин. Отлично. Так, скины на здание. Сейчас мы их тоже поменяем, подокачиваем. Тоже очень нужная вещь. Ну и силушка заодно вырастет. Таблеточки. Сразу так сила. 436, 600. А у него было 433 плюс 3000 сила. Такс, хорошо. Сколько там интересного у него осталось? 185. Ну, то, о чем я говорил. Что шанс очень-очень маленький. Зато мы достали неплохие итемы, скажем так. Два талантика, эмблемки дополнительно. Ну, самое интересное, дальше побежали. Он попросил паролить ему уклонение. Вот созвездие, да, на Фрей, Огник, Ворожей, Феникс. Ну, на Фрей пока смысла не вижу, на Огнике, на Ворожей вижу уклон паролить. То есть идем, начнем с Ворожея, потому что он, скажем так, самый востребованный. Ему нужно чем побольше уклонения, от этого никуда не денешься. Вот у него уже два уклонения наролено. Самое нудное, короче, оставляют, как обычно, мне. Четверка. Ну, четверку смысла не вижу ступорить. Эти все самые 30 тысяч могут просто уйти в никуда. Так, отлично, пятерка есть, это радует. Второе — это ни о чем. Еще одна пятерочка, отлично. Надеюсь, так и будет дальше падать с таким темпом. Ой, отлично. Ну, четверку я пока оставлю, пусть будет.
Так. Хорошо, следующий огник у нас давайте будет, потому что огнику реально это помогает, а с его сборочкой для битвы гильдий самое то. 5-5-5. Так, поехали. Уклонения много не бывает. Четверка, ну четверку я не буду оставлять. По той же причине. Мы сразу перейдем на 450 в таком случае. Ну почему четверка? Вот потому. Такс. Ну еще одно. Блин. Оставлю пока. Не буду. Так, что у нас тут? Давайте лучше на Седну сбегаем, посмотрим. Так, пятерка атака, криторон это немножко не то. Нету смысла ее на атаку собирать. Жизнь, ну, в принципе, как вариант, но лучше, конечно же, уклонение. Давайте пятые, сколько можно. Издеваются, короче. Чувствую, мы сейчас на Седне застрянем с этими пятыми уклонениями. Ну вот видите, когда у вас есть очень много героев, лучше все-таки самики вот на такие вещи тратить. Не на роллинг там одного недостающего героя, а именно на такое. Просто жесть. Даже одно не падает. Одна четверка проскользнула там или две и все. Короче, Седня противопоказаны уклонения. Там, например, двойка выпала. Так, тройка. Наконец-то первая пятерочка. По большому счету этих 650 они особую там роль не сыграют. Если у противника будет одна точность, она перебьет ваших два уклонения, которые вы там, на которые вы сольете немеренную кучу самоцветов. Поэтому смысла там ролить 6, ну, вообще не вижу. Криты, конечно, круто, но... Так, окей. Это уже радует получше. Да. Короче,
Пусть роллит сам, че я парюсь? Мне ничем, у меня своих роллингов хватает. Пусть сам тратит самоцветы выигранные. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, лайки, репостики. Все дела, участвуйте в конкурсах еженедельки. И прочие конкурсы будут наподобие Космо. Всем удачи, всем пока.